Жители и гости Воронежской области смогут получить консультации специалистов Роспотребнадзора по правильному питанию, узнать нормативные требования, предъявляемые к пищевым продуктам. В случае необходимости будет оказана помощь по подаче обращений в случае обнаружения некачественного товара в магазине. Горячая линия работает с 19 по 30 декабря по бесплатному телефону 8 800 752 05 с 10 до 17 часов. Перерыв с 13 до 13.45. Также работают горячие линии в территориальных отделах управления.